Нет, Ормонд. 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 Я бы тоже его выключил, он Ормонд. какой-то корявенький. Что? Ну это типа, блядь, Это ведьма с стелс-мастер. волосами. Ринка? Да. Сходу, с лапы. Портуется. Здравствуйте, добрый вечер, я диспетчер. Полезла в сундук. Опа. Я остаюсь в лачуге, Мэг. Бестолковая. Но она полезла в сундук. Ты не снимешь Артема? Да, я пока... Конечно, не смерть, меня бы снять. Сейчас, 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 хорошо, я пойду. Где она? Что она? Кто она? Она вокруг лачуги. Ну пускай бегает вокруг лачуги. Мэг хотела остаться в лачуге, пускай остается. А мы сейчас Тёмыч снимем. Я спасу тебя, отец. Держись. Впервые за всю мою игру в эту... Вот так! Ой-ой-ой. Нет, сам хилься. Сам. У нее весы. А, все, она... Тихо, у меня кошка выпендривается. Конечно, она меня она, хочет. Она, да, за нами. А меня она вообще очень сильно хочет. Ну, манси, блин. Было бы где... Артём! А, ну это фриз, потому что. Ты куда убежал? Это тупо фриз. Давай я похилю. Давай. Давай я быстро тебя дохилю. Тикай. Она сразу сейчас на тебя переключится, как на меня. Ну, да? Нет? Я пока не вижу этого. Да, она за Тёмой. Где ты? Да, повалил. А я тебя... Ну и хер с тобой. Могла дохилить. Блин. Дохиливаетесь. Да какое дохилить? Он, блядь, сбежал. Хотела бы дохилить, дохилила. Я спасал тебе так, жизнь. Так ты стекло. Сергей, ты где? Здесь. Дохили, давай, я тебя... Сергей, стой! Да как Тима! Ты меня нашла, ты мне скажи? Ты не стелс-мастер. Хильтесь, хильтесь, хильтесь. Ну, он был ранен. Всё, мне жопа. Да. Давай. Идет к нам. Я не успею, уходи. Ну, не успеешь, конечно, так опусти меня. Давай, 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 хит. Ну что? Не помню, где Артём умер, чтобы подобрать его аптечку. Не слышу отбивки. Ты меня кинула. Тебе хватит. О, мне еще на второй раз даже хватит. Ой-ой-ой. За Сережкой вон бегают. Да, бегают за ним. А он еще одержимость. А он палетку продавал? Интересно там. Нет. А, не угадал. Что это было? А, ты думал с другой стороны телепортнёт? Да, я думал она будет с той стороны, а она с этой. Но идея была хорошая, на самом деле. Я отыгрывал от более умной Ринки. От более хитрожопой. О, подо мной люк. Как обычно, я вешу под люком. Ой, Мэг, дурашка. Ой, дурашка, Мэг. Так, слушай, она фонариком не умеет пользоваться. Для чего она его взяла? Я, например, беру иногда фонарики, чтобы... Спасибо, что хоть не скинула. Часы кончаются. Пожалуйста. Ой, я завтыкал. Осколок. Не завтыкал, она прямо под конец часов дала. Главное не промазать. Есть. У Мэг, короче, адреналин, осколок, стиснув зубы и спринт. Хорошо, пускай хили чинит там. Ой, блин, здесь палетки нету, все, я упал. Нет. Я еще живой. Еще рано. Блин, мне надо перебайтить ее. Она тебя через первый может обходить, нет?
Может, может. Странно. Может. Тёма, скажи, нет, где они? От хижины отошли. Угу. Портуется. Она себя видела, походу, нет? Блин, здесь палета нет. Вот, не фриз. Отлично. Кстати, ты слышишь? Я даже вижу, как тебя фризит, слышишь? Ну, да. Примерно поэтому я сейчас и упал. Она, но она не могла по мне попасть. У нее слишком низкая скорость без обилки, а у меня слишком высокая. Так, ну, ман 90% сейчас будет. Я второй раз в этой игре падаю из-за фриза. Нельзя играть в ДБД на... 95% ОМЭК. Ага, отлично. Да, они тут рядом. Прими ударный сядь, тебя все равно не трогали. Давай, подставься. Нет часов. Блять, она подставлялась, она старалась, честно тебе говорю. Уходи, уходи, Мэйк! Уходи! А ты в люк, а ты в люк, а ты в люк. Главное теперь залезть в него, потому что корявенько, люк работает. Мэйк! Блять, пизданутая, ну уйди, блядь. Ну что ты делаешь, а? Больная. А сейчас бы убежала, и ты а сейчас уйдет. Ну. Нельзя играть в ТБТ, нельзя. Ну что ты бестолочь. Когда я купил самоспрыг, так. Ты еще в ясельке ходила. Когда слишком тихо. Чересчур. Когда ты так говоришь, мне становится страшно. Что сейчас какой-нибудь... Гоуст? Буба. Нет. Да ладно, не надо. Стрелок. Ой, да ладно, я уклонился. Я знал, что ты будешь стрелять мне сюда в угол. Не понял. А где мое ускорение? Я помню, что мне надо 9 палеток скинуть, да? Все тут что-то заводят. Ты возле меня там недалеко был. Сейчас я тут заштопаюсь. Вот, Кладетка, если бы ты не убежала, мы бы с тобой дали этот ген. Так она хит получила. Ну, так да. Она типа вставала, потом о. Убегала обратно. Здесь Кладетка. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Да давайте дадим, ген, чё вы. Сюда идет. Уходите, 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 сюда знаете? Идет. Да я его видел. А террор? О-о-о. А, это не та Кладетка. Идите сюда. Прекрасно. А вон он бежит. Кто идет тут есть? Старичок. Уходим. Сюда идет. Давай. Будем тебя по чуть-чуть хилить. Да, понемножечку. На донышке. Ну я упал, короче. Негде тут бегать. Ни одной палеты. Первый нету. Раз. Артём. Ага, он меня споймал. Ну это стрелок же, да, конечно. Я побег. Беги, я постараюсь Сергея поднять. Давай. Промахнулся. Вот мансива, Сергей, ты же рекаверился? Меня уже поднял. Да вот сейчас бы самоспрыг не сработал, а стояк бы, может быть, сработал. Никогда не угадаешь с этими перками. Никогда не угадаешь. Так, ну-ка, ну-ка. Это ты сидишь, да? Чинишь? Да. Нет, сижу, чиню а, я не. Все, это другая Кладетка. Угу. Кто на барбекю стелсит? Починила меня. Это я была далеко. Снимите, да. Сергея. Ты была далеко. А, закрой рот! Блин. А, Артём, кинь её. А, она тебя хилит. Блин. Кто кого хилит? Надо снимать. It's time to die. Закрой рот! У кого-то горит попка, да? У меня часики, но мне один. Но он тебя видел. Нет, я не знаю. Видел? Нет. Пошли к нему быстро. Только не было очень. Он идет к вам.
Три татушечки, та-та. Не поликался, побежал дела. Снимать, подставился. Она мне даже спасибо не сказала. Нормально. А как? Вот... Нету? А, она тебя хилит, я не буду пока осколок отдавать. Не надо. А то, что он пропадет. Она меня подняла. Только начинает так. Хилить. Вот Кенчик. Надо в тебя подлекать. Куда он тебя понес, Юля? А часы ты не хочешь снять, Сергей? Не, я ранен. То есть сесть на ген нормально, а часы нет? О, я еще и не заштопанный-то. Ёб твою. А он сюда идет. Держите, Юля, я сейчас. Да ну что ты делаешь, блядь, ну? Ёбаный рот, нахуй. Я ж даже не доштопался, бля. Ой, бля. Не фризь. Сейчас я отвлеку, отвлеку его, блядь. Нормально. На, блядь. Пока живем. Он за тобой просто пошел. Слышишь, я у него перед носом, блядь, пробежался, ему похер. О-о-о. Я скоро упаду, блин. Вы издеваетесь? Отстань от меня. Я лачугу продал. Продал лачугу, продал. Я понял. Мы чиним дирижабли. Ой, блин, хотел дирижабль бы. Но я могу убежать. Попробовать, может, дерево забузить. Да не получится. Давайте убегайте, блин, бо здесь ничего я нету. Я убежала. Там кладетка, так что можешь ее продать. Ни хрена себе меня перекрутило. Аккуратно. Так, ну мы вроде бы это. Я вам немножко времени не дал, все поперехилились. Перегруппировались. Я ген дочинил почти. Отлично. Так, ты сказал, в хижине палетки нету, да? Нету палетки в хижине. Все, она... я к тебе бегу. Не снимайте мне. А он кладетка к тебе бежит, по-моему, да? Нет, она бежит. Да, по-моему, бежит. Снимай. И идет к вам этот, блядь, опять. Ёжик в тумане. Много там осталось дочинить? Я понял. Ладно, я первый раз, убегайте. Убегайте, убегайте, я подставлюсь. Так. Слушай, ему пофиг. Хорош. О. Ну ты тоже два раза висел уже, Сергей. И шо? Я ни разу. Вы лекаетесь, аж поэтому ему и сдался. Ну просто и кладетка ж тоже ни разу не висела, так что. Пока есть время. Я сниму. Угу. Так слушай, тут кладетка вон идет. Эй, рискованный ты парень. Спасибо большое, побежали. Так. Подлекаешь. Пойдем похилим тебя. Надо бы дочинить его, этот. Надо. Я, в принципе, еще один раз могу засесть. Он здесь. Я вижу. Кладет Таро, я спасу тебя. Это да. Я, блин! Надо снять, надо снять, надо снять. Дайте полекаю быстро. Сейчас, секунду. Скилл-чек словлю, чтобы не взорвать. Он где-то близко. Вон он. Да-да-да-да-да. Он пошел к хижине. Ага. Давай, сейчас все, сейчас починим и уйдем нормально, с хорошей душой. С чистой.
отлично. Давай. Еще кладе так хочет хилиться. Что? Мы только делаем, что хилимся. А, это та кладет, это наша кладет. Да, это наша. Все, пускай ее там вешают, пойдем снимем потом. Угу. Раз, два, три, четыре. Идите дочинивайте ген, а я пошел попытаюсь эту. Снять. Да ладно, я сниму. Вон он на вершине, он на горке. Так у него тоже часы есть. И но у меня аура подсвечивает. Ну хотя он да, далеко ушел. Давай иди. Ну идем. Он недалеко. Я сниму. Давай, я пошел помогать. Он сюда идет. Ну, относительно, кстати. Он здесь. Я за камнем. Повалил? Ну это все, это моя конечная. Ну, он бежит за мной, я бегу по полю. Тут еще камни, обузное дерево. Но я не успею в обуз. А у него... А тут нету палеток. Где? Да я прямо под крюком. Оставь свои сожаления при себе. Мне очень жаль. Очень жаль. Закрой рот и дочини в генератор последний. Ну хватит. Не волнуйся, солнышко, я тоже умру. Я надеюсь на это. Так, ну если кто-то из вас еще умрет, то я точно умру. Так, тут что, половинка тулбокс. И пойдем к тем воротам, которые за тобой были. Угу. Кладетеру. Там где-то ошивается. Хочешь сказать, кладетеру умрет? Она мансит дерево. Нет! Блять! Это будет стоить нам жизни. А что так шло хорошо? Она до сих пор мансит дерево. Так. Блин, а вон, да, вон ты, там... Ты к тем иди, которые правее. И которые левее. Ошибка. Ошибка кладетки. Он ее поднимает? Ты на нее смотришь, да? Поднимает. Ну, я на всех смотрю. Ну, кладетка хорошо отмансила дерево. Возле меня где-то мешает, да? Да, отлично, да. Сейчас не подсветится барбекю. Пойдет к Сергею сейчас. Поднимай. Сергей, он идет прямо к тебе. Ой, лучше бы где открывать. Тёма, пускай тихо. Может она... Кошка, да, кошка, убегай. Артём. Вижу, убегай, вижу. Убегай, раздавай вижу, дистанцию. Вижу. В какие ворота бежите, в мои? Да. Да. И его не открыты ворота. Я навстречу. Где вы? Кто вы, что вы? Он бежит через... Палет. Подожди, я возле ворот. Террор, слышу. Больше ничего не слышу. Где, где? Открыли ворота? Блин. Ты вот... Ну, кукуруза ж, ни хрена не видно. Поднимает он тебя? Где он там? Нет, он не поднимает. Угу. Поднял. Только не анальный смотритель, пожалуйста. Возле тебя. Угу. Да он видит. Заметил. Подожди, он смотрит. Все. Он пойдет к кладетке, пошел. Давай. Сейчас на горку поднимется, а, да? А, он на горке, да. Ну похер. Он идет сюда. Часы. Мы сможем. Через стенку! Нет! Блядь! О! А давай, беги, вертик. О, порвался. Ух! Красавцы, блин. А как ты ее порвал? Надо через нее ходить, типа? Да. Бля, прикольно. Слушай, фух.
Я уже не понадеялся, конечно. Я уже из последних сил. Снайпер, я знаешь, что тупанул? Я возле ворот, там, короче, окно было. Надо было через окно перепрыгнуть. И мне бы спринт чуть-чуть поддался. Я бы, короче, убежал бы. Угу. Чем кладетка занимается? Одна капля, да я потел как батенька. Ого. 26 целых, слушай. Неплохо, наед. Неплохо. Юля, ты умерла с честью. Мы тебе благодарны. Что ты сдох, блин, после... за это. Я болела за маньяка. Я жаждала, чтобы он тебя повесил. Беларусь, седрая душа. Но все равно мы 4 завели. Завели-то без проблем, это да. Вы кошатники. Ой, бо... Ой-ой-ой. Бабаса? Да. Беляса? Нет. Хилибилик, по-моему. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Полегче, полегче. Что, это хилибилик или белясик? Хилибилик. А, ну... Я увидела перекошенное лицо. Перекошенное? Инсульт словил просто. Леоня. Да. Столсящая. Так, ну хилибилик, Артём, как только загорится кошка, нужно драпать, потому что... У меня драпать. Нету кошки. Ну, у меня есть. Да-да-да. У меня есть. Да. Всё, тогда я как банный лист с тобой подвал. Хожу. Но мне бы есть... Блядь. Стой. Ты давай чини. Он уехал на вашу сторону, это косточка. Я понял. Руина нет. Ты пошел снимать? Да. Я же тут ближе всех был. Он смотрит на меня. Смотрит. Он поехал к вам. Ко мне поехал. Да. Ну, он ударил Ген. Да. И он сразу почему-то ко мне пришел. Как знал, где я, прикинь. Мама, я не хочу умирать. Тащи, мать. Да... Закрой свой рот. Просто заткнись. Но я очень сильно стараюсь. Ну, он сейчас его постучит. Тинкер, но, по-моему, чертика тинкер, у тинкер. Него... Нету. Тинкер стопудово. Только не спались, Артём. Ага, поехал туда. Мать, я тебя снимаю. Как будто бы он знал, давай. Что я здесь. Дальше очиним. Давай. Даже тебя полекаю сразу. Не, пошли. Понял. Я в хижину пошел. Нет, Артём, Ген. А, я думал, что он бежит, ты мне давай конкретику, потому что у тебя кошка. Ну он а же за вам... Сергеем бегает. Вон же у него дергаются. Он стоит, блядь. Он хочет похилить, хильте. У него же быстрый Серега, хил. Серега, ты живой? Живой. Пока еще живой, да. Все, уходите. Пошли, поможешь мне Ген там починить. Надо растягивать, чтобы было максимально, блин, палета, большой палета, треугольник. Где? Ой-ой-ой, надо идти на ту он бы сторону, не завернул, Артём. А я думал завернет, а он бы не завернул. Я на другой стороне. Не угадал. Нет, надо идти, это косточка, надо идти на... Я сейчас пойду Серегу снимать, он возле меня там. Снимай. Учет. Пошли в хижину, я тебе полепаю. Да давай прямо я тут. Я предложила прямо тут. Давай. Вот тут. Вот этот Ген давайте заведем. Нет, вот этот давайте заведем. Вот он, этот открытый. Тут палетка есть. Я ее не продал. Я ее это... должен продать, мне нужно задание. Он сюда идет, да? Нет. Да. Страйк! Так, первый раз как первый класс. Прощай, палетка. С фразой, он сюда идет, да.
Най-най, на-на-на-на-на-на. Он все еще тут? Он к хижине идет. Ген возле хижины ломает. Да, он здесь. Ой-ой-ой. Юля, наверное, я сейчас уложу его. Следы, следу. Следы, следу, слежу. Нет. Не, он кружит возле меня, ребят. Там, где мы ген чинили, возле деревьев там. Так, аж есть ли у меня что-нибудь, или я уже все продал? Да, стоп! Бля, походу все продал. К вам едет. Бросил меня. Пошли отсюда. А мог меня запилить, тут ни хрена не было. Честно. Два раза на кукан, это нормально. Ну давай, давай. Все, и побежали к хижине, пожалуйста. Я дохилю тебя. Сразу. Давай. Хуя себе он катается. Вы на гене, да? Да. Без... Да, мы на гене возле лачуги. Я только хотел тулбокс потратить. Поднимает Леню, я им даю тинкер сейчас. И умираю. Артём, заводи, я пойду спасу Леню. Я могу спасти Леню, если он сейчас на меня не... Не переключится. Смотри аккуратно. Не попади, не выйди на него. 90. Я не могу спасти Леню. Или могу? Люк возле экскаватора. Я умираю. Почти. Лёня, все. Держи, минус. Пожалуйста. Я дверь открываю там, где... Я вижу. Не там, где я. Остался. У меня хотя бы есть время. Я открываю полностью его. Бегите. Блин, если бы вы успели выйти, Люк тут. Где вы? Он за тобой сейчас? Да. Прыгать к нам? Выходить? Нет, 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 надо я уже не... Прыгать, ставится. Выходить. На себя, блин, прыгни. Уходите! Уходим. Быстро, быстро, быстро. Нет, я не успею. Так, она... Покер. Надо пробовать. Да. Мы без тебя никуда не пойдем, если что. Да, уйдите. Он чекает те ворота. Да. Которые не открыты ни разу. Гениальный план, Волтер. Он уехал. Гибкости-то нету! Я на гибкость рассчитывал. Ну ладно, хуй с ним. А куда я ее дел? Куда я ее потратил-то? Куда ты ее потратил? Ну, не помню, куда я ее потратил. А что, он тебя видел? Видел. А? Это нет! Смерть. Уходи! Уходи, говорю! Мне хоть очки дадут, блядь. Я красавчик. Артём, ползи к Люку. Уходите, пожалуйста, у меня все. А, все. Я пожертвовал своей жизнью, чтоб Серега ушел. Да ты рофлишь.
А у меня еще скиллок есть. Нормально. Убежишь? Да. Да. Красавцы. Взял, эх, блин, продал Леню. Да я, блин. Вот именно. Куда мне было его вывести? Не знаю куда. Ну ты просто идешь, не идешь. Ну я шел. Вот как, какая-то он возвращался, информация должна потом быть. На тебя переключался, потом возвращался. Он хотел, чтобы кто-нибудь пришел, и он прям въехал, когда Леню снимают. Вот он хотел. Просто въехал, да? Он хотел это сделать. Но мы продали Леню, потому что мы скилл. Мы знали его план. Мы прочитали его. И правда, возле ворота хвалялся, там издевался над этим маном, ну, несчастным. Так, надо кроссплей выключать, да? Ну, это когда за мана. У меня где-то. А, никого нету, да? Где-то. Стандартный террор. Буба! Серьезно? Да, ладно. Ёбаный, да. Еще и профризило. Мой тулбокс! Юля! Что ты тут носишь? Что? Бля, моя аптечка! Бежит куда-то. По этим дебатам. Бежит куда-то прямо. Я вообще-то вообще у меня не видел. А я был бы очень сильно признателен, конечно. Если бы вы мне помогли найти тотем этот сраный, который. Какой? Помнишь, ты говоришь постоянно, ну, проверяй. Все, денег. Я упал, походу. Руин? Да-да, ну, руин, ладно. Айо. Ну, сейчас заведем, я найду тотем, ты меня похилишь, и я найду тотем. Хорошо. Ну, я же могу, здесь, у меня здесь. Детективка. Сзади, например, за мной его нету. О, аптечка. Хиль. Блин, какой он. Как он странный. Лёша, что это было? Да все нормально, я отмансил его. 3 минуты. Аптечка. Ты подобрал мою аптечку, ты умрешь за это, все, хорошо. Дайте, я хочу аптечку. Он что, не донесет еще нибудь? Почти, да, почти не донес. Я тебе смотрю. Он, короче, палит, да? Он сюда идет. Ну вон, смотри. Да, он ко мне идет. Идет. Да, 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 он даже знает, где я. Да, 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 да. Ты смотри, он пидит, он не прощает. Давай. Ой, ты спасла меня, спасибо тебе. Бля, пошел в жопу. Я тебя не сниму, к сожалению. В какую жопу? Я убегаю. Что, где? Снимите кто? Его, я отвлекаю. У-у-у. Кого? Мы уже всех сняли. А, я, короче, получил по хребту просто так, да? Ну я же сняла его. Я пошел, короче, дальше. Стой, 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 стой. Ай, промазал. Что стой? Где стой? А при чем здесь ты? Не знаю, я не сосредоточился. Он был какой-то короткий. Я хотел осколок отыграть. Я побежал, ты, если что, там это... Я сниму его. Да, пошел к вам, ребят. Будет сейчас за спиной. Юля. Хиль. О. Либо уйди и не мешай. Чё? Уии. Тут заведен ген, куда ты бежишь? Я понял. Только я не понял, а где еще гены, кроме как в лачуге на этой стороне? Здесь нету. Так может ты не будешь давайте его заводить? Ну, я его частично заведу. Он ну, идет Буба к нам. Прекрасно его постучит.
А где Тёмыч? Тёмыч в шкафу? Я буду снимать товарища. Да, я по чистой случайности просто забежал в гости к Ману. Бляха-муха. Ухожу. Да ладно, ну куда ты побежала, ну? Господи. Я понял. Эй, бич, да туннель меня, не трожь ее. Да ладно, я вешу первый раз, о чем ты? Ты будешь ругаться. Он даже пилой меня не запилил. Неплохо играет. Саракота отказала, чтоб я ее лечил, сама убежала куда-то, ну. На Яре вот смахила. У тебя часики есть, Серый? Есть. Иди, он идет. Снимаю. Смотри аккуратно только. У меня же барбекю. Ёбушки воробушки. Я побежал. Я прям даже не знаю. Что? Как ты так спринтанул? Он возле нашего геника. Кто спринтанул? Ты так спринтанул на другой конец карты. Хотя тут мог тут зашкериться и дозаводить ген дальше. Я не нашел другого гена. Да и нахрена оно мне надо? Как тебе вот скорость просто моего отхила? Ты тратил время, а ген холодный. Потому что рано что? Правильно. А, вот. Буба его постучал. Да и хер с ним. Да-да-да-да, у меня. Сколько там я? 20% Блядь, Буба, нормальная такая тварь. Он меня положил. Да. Он меня положил, ребята. Держись. Да. Хорош. Ну, с первого раза не положил, со второго положил. Ага, и... вот. Люк, я нашла люк. Серег, там, короче, генератор уже, наверное, на 50% остался. Меня возле него повесили. И он побежал прямо к вам, прям на водочкой. Я вижу, вижу. Он знает, где вы там сидите. Главное, чтобы Юля не попала в радиус барбекю. Ты беспокойся, Сергей, о себе, хорошо? Не умничай, я видел, ребята, что ты попала меня, в радиус. Короче, сейчас поюзают второй раз. Хорош. Какой ты быстрый, а, мальчик. Так, ну я даю лачугу, а что делать? Не видно, что Сракота где-то что-то заводит. На заводе. Генику побежал. Он идет к вам. Не ко мне. Короче, захиженный. Пошли, 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 пошли там. Что за хижины? Бегает. А, за шахтой. Угу. А, за шахтой, шахтой. Валим. Блядь, и за мной побежал. Ядрен батон. А ты выбрал цель, конечно, мальчик мой. Я, короче, отъё. Будем помнить тебя. Спасибо. Сракота что-то заводит. Идёт сюда, Юля. Дистанция. Закрой рот! Дистанция, я сказал. Рот закрой, я убежала раньше тебя. Я раньше убежал. Бля. А, все-таки заметил. Я думал, что он тебя не заметит, честно говоря. Я тоже думал. А где гены остались?
Где? Захиженный, да, по левой стороне. Будет один сразу за углом. Нормально. А где Ракота? Она геник чинит. Который? Который был за шахтой, куда ты не побежала. А, угу. Ну да, тут люк, как я там и сказала. Два. Тут ни хрена нету. Ну. Хорош. Боль. Красавчик. А, обходит. Ошибка. Я думал, будет бить. Но он твою палетку запомнит надолго. О, мне нужно было как раз квест выполнить. Стан киллер 4 раза. It's time to die. Юля довольна. Такая вся ручки потирает. Наконец-то он сдох. А ты сдох? Да. Ты сдох, что ли? Почему ты сдох? Воскресайся. Бля, я думала, ты еще последний раз будешь висеть. Не. Я ж во скиллок не попал. Вообще. Плохо сыграл. Ну, я даже не буду говорить, из-за кого это. Из-за Сракота, да. Да. Угу. Из-за тебя, Сергей, это все. Я-то прич... Я отец. Ну что, ты первый раз лег, абы как. Во сколок не попал. Ну да. Не абы как, я мансил угу. Полчаса. Ну да. Отец? Да ладно. Вы мои сладкие мармеладки. Что вы начинаете? Это норм.